Ну а в сети набирает популярность трогательный ролик, на котором запечатлено, как слон убирает разбросанный близ жилого дома мусор. Если такими вещами могут заниматься даже животные, то почему мы не можем? С таким вопросом обратился к зрителям автор видео. Увы, установить, в какой стране видео было отснято, пока невозможно. По разным данным, умный слон может проживать как в Индии, ЮАР, Танзании, Кении, так и в Мозамбике или Таиланде. Тем не менее, мудрый гигант покорил сердца сотен тысяч пользователей YouTube. Менее чем за неделю ролик со слоном-чистюлей посмотрели более 800 тысяч раз.